Бэм. А вот какая ошибка! Это гол! Но это, конечно, Бартли. Подарок сопернику сделал просто нешуточный. И забрасывает. Ну, великолепно он бросил. На неудобной высоте для воздушного полетела шайба. Самое главное, сильно попал Алексей Пустозеров. Шипачев на синюю линию Воинову. Галиев. Воинов. Галиев. Бросок и гол! 1-0. Московская «Динамо» реализует большинство. 4-3. Шикарная, быстрая комбинация. Здесь серия коротких передач. Ну и бросок Галиева в ближний угол. Сеадрес реагировать не смог. Синей линии Шипачева делает передачу направо. Воинов, бросок и гол! Знаете, смотришь на Вячеслава Воинова, какое же понимание игры, какой бросок. И свою последнюю шайбу Вячеслав Воинов забрасывал еще, играя за «Авангард», в середине февраля 2020 года. В матч против «Йокерита», тоже, кстати, забив в большинстве. Молодежи в составе еще перспективной очень и очень много. Гол! И все-таки Сибирь забивает. Морозов стреляет от синей линии. Шайба летела на не очень большой высоте. И как раз-таки Бочаров реагировал. Он сопровождал эту шайбу. Но в последний момент, мы видим, меняет она траекторию полетов. Найт сначала клюшку заблокировал, потом в корпус сыграл против Кульстрема. И из этого единоборства вырастает еще одна заброшенная шайба. Алексей Береглазов. Найт отборолся за шайбу, пробросил ее вперед на Ивана Телегина, который из-за лицевой линии диагональной передачи находит на дальней штанге свободный лед. Куда приехал Алексей Береглазов и в касание вколачивает четвертую шайбу. Нашел Гуськова, тот Плотникову за ворота. Остается Матвей под передачу. Из-за линии ворота это Нестеров! У-ху-ху! Просто лазер от Нестерова вспарывает сетку за спиной Никиты Бояркина. 1-0. Я бы Плотникова в этой шайбе обязательно отметил, потому что он просто Бояркину перекрыл все. Это даже по такому не назовешь, уже ближе к синей линии расположился нападающий. Но все равно опасно. А вот теперь Терещенко заряжает и делает счет 2-0. Отличный бросок. Еще один защитник Амура забрасывает шайбу. И это Сергей Терещенко. Его хлебом не корми, дай только замахнуться и зарядить поворотом. Сложилось впечатление, что я Диц Волка подстрелил на пятаке у чужих ворот. Снова Дица выводит на бросок. Все. И 3-2! Вот, пожалуйста, с 23-го раза они такие использовали численные преимущества. Ну, бросок классный, конечно, прям так плотно приложился. Просто перевернули игру. Игроки Борысы, это, я вам скажу, достойно уважения. Ну сейчас Борис-то прям разыгрывает, там первый даже близко не... 4-2! Даррен Диц! Роман, это о чем говорит? Нужно 23 попытки просто. Да. 23. Вот потом, а потом все как по маслу. Да. Ну надо же вообще, что только в этой жизни не бывает. Вот так вот смотришь, конечно. 4-2! 4-2! Три шайбы менее чем за 4 минуты забрасывает Борис.